Минсельхоз России разработал комплекс мер для предпринимателей, которые получили гранты. Агростартап, агропрогресс или агротуризм и были призваны на военную службу по мобилизации. Соответствующий документ размещен на портале нормативных правовых актов. Так фермер сможет передать право пользования купленным на грант имуществом другому лицу. С новым главой агрохозяйства подпишут дополнительное соглашение. В том случае, если грантополучатель не успел реализовать средства в полном объеме и принял решение о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя юридического лица, грант вернется в бюджет. При этом предприниматель будет освобожден от ответственности за недостижение плановых показателей. Кроме того, имущество, приобретенное за счет средств гранта, может быть передано уполномоченным органам на ответственное хранение сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность в субъекте Российской Федерации, говорится в документе.